Всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем позитива, Нептун здесь и рубрика «Прикольные игры сегодня». Друзья, в общем, обязательно ничего не ешьте в ближайшие минут 15-20, это важно. А также особо впечатлительным просьба отойти от экранов, ибо сегодня будет симулятор писания в унитазе, короче, или куда там, в толчок. Симулятор писания, понимаете? То есть мы будем писать и очень много. И писать мы будем вот этим чуваком, который на заднем плане мотает глазами. Игрушка крайне упоротая, крайне необычная, поэтому готовьтесь. Погнали. А, да, кстати, есть два режима. Аркада и режим песочницы. Будем играть пока в аркаду. Тут типа есть уровни. С 1 по 9 и 10. Всего 18, но почему-то с 11 по 18 уровней это заблокировано. Короче, будем упарываться по полной. Игрушку мне предложил мой зритель. Я в шоке. До сих пор нахожусь. Ладно, погнали. Первый уровень. Так, how to play, как играть. Блин, такие звуки необычные в этой игре. Типа он что, как будто взлетает, или у него, видимо, вертолеты в животе, и ему хочется писать. Значит, левая кнопка мышки, типа, и писает, да? Он писает какими-то шариками. Видимо, шариками мочи? Но он писает, он не поднимает нифига стульчак, не поднимает крышку, какого хрена? Левая кнопка мышки, чтобы писать, пробел, чтобы... Ага, чтобы убрать... интерфейс. И смотрите, я так понимаю, что мы играем вот для него. Видите? Это у него на башке что? Надеюсь, у него на башке не то, что я думаю. Фак! Какой-то телепузик страшный, правда. Так, окей. С пробелом я все понял. Так, еще есть вы. А, это обзор, да? То есть, смотрите. Весь мир. Один большой толчок. Где мы... Маленькие пиписька. Так, ладно. R restart. H это скрыть подсказочки, да? Еще есть контроль. Окей, так, ладно. Мне нужно писать. Я не могу понять, почему я писаю. Как поднять гребаную крышку? Он писает мимо. Совершенно. Ой, я могу вращать камеры и писать, например, на Вантус. Прикольно. Вантус, беги! Беги, я тебя басу нафиг! А, подожди, вон, видите, там растет шкала вверху, ну, в верхней части экрана. А, вот как это работает. То есть нужно было первый этап, видимо, пройти, где 10 из 10. Так, теперь погнали дальше. Писаем со всей дури, прям вот напрягаемся, сжимаем булки, сжимаем жопку и прям со всей дури писаем. Блин, знаете, как будто теннисы, ой, эти, мячики для пинг-понга. Только желтый, и он писает мячиками для пинг-понга? Ну, боже, так, ладно, я подсказочки уберу пока. Оу-е! Так, я пописал, да? Я прошел первый уровень. Или нет? Или это вторая часть первого уровня? Боже. Так. Я вижу писсуар, но не могу в него попасть. Какого хрена? Да сыто нормально, чувак. Может, нужно поверх сделать? Вот так? Да фиг, не достает ему силы. А, боже. Чувак, давай, делай это дело. Реально, мы играем вот за него. От этого года страшно эти... Фу, у него сиськи, смотрите, у него же сиськи живые. У него сиськи дрыгаются вовсю. И у него что, на жопе там хвост или как? Торчит. Но что у него на башке, это, конечно, большая загадка. Но не могу попасть в этот гребаный писсуар. Как это сделать? Так, это что? А, сила, смотрите. Сила огня, огневая мощь. Ну-ка, давайте... О, максималку сделал, вот другое дело. Вот теперь все работает. Ща я обоссу вам тут все на свете. Обоссу вам мусорную корзину, обоссу стены, обоссу все на свете и... Писсуарчик. Немножечко. Такое ощущение, что я продавец лимонов, да? Накидываю лимоны.
Какая же ты упоротая дичь. Так, это что? Это типа ванны? Это три ванночки, правильно? What the fuck? Это чем я писаю? Это знаете, как вот раньше продавались Skittles? Кто-нибудь помнит такие сладкие дрожжи? Разноцветные, с разными вкусами. Так вот он, видимо, писает Skittles'ом, что ли? Какого ж хрена, а? Так, подожди. Я так понимаю, что мне нужно сначала наполнить маленькую ванну. Видите, наверху растет шкала. Это потому, что я наполняю ванну на выше. Так, первая есть. Теперь нужно наполнить вторую ванну поменьше. Среднюю. 150. Тап. То есть small tap, medium tap и large tap. Тап это как? Типа бутылка, да, емкость? Так. Писал фруктами. Я всю жизнь мечтал писать фруктами. Вот, знаете, мне бы такое в страшном сне не приснилось. Представьте, вы ночью идете в туалет, начинаете, ну, делать по-маленькому, нужду справлять. Неважно, кто вы, парень или девушка, но внезапно из вас, как бы, ну, льются овощи и фрукты. Какого, блин, хрена? Это какая-то дичь, ладно. Еще немножко, и... Та-дам! Мы улетаем. И радуемся жизни. Блин, мне нужно на него... Твою ж мать. Это у него что там, пиписька такая маленькая? О боже, друзья. Какой-то трэш. А теперь что? Апельсины? Я всегда мечтал, чтобы он писал апельсинами. А что нужно делать? Golden shower, видите, вон 0 из 2. Это типа золотой дождь. Золотой дождь, потому что я должен типа на себя пасать. Охренительно. Это что? Что такое беленькое? Ну, короче, друзья, вы, наверное, догадываетесь, что может быть беленькое. О боже, он прям в экран. Прям в экран, сейчас заляпает все. А это что? Так, подожди. Сначала мне нужно сделать вот эту вот, вот эту движуху, но, видимо, нужно сделать это на себя, правильно? О! А, видимо, это в экран монитора, типа, вот, ну, в игрока, то есть и в меня, в Нептуна. Он на меня пасал, типа, золотой дождь. Какая же это упоротая дичь. Посмотрите на него. У него на голове, вот реально, что у него на голове, что у него на щеках? Почему он такой страшный? Почему нельзя сделать нормального человека? Почему они сделали какого-то мутанта? Сместили пузика и, не знаю, какого-то самуиста. И... Боже, я не хочу даже думать о том, что... из чего он состоит. Так, ладно. Может, нужно поменять тип? А, во. Money shoot. Shot, то есть... Выстрел денег, окей. Что это? Чем он теперь сыт? Мячиками? Мне нужно, типа, мячик кинуть, да? Чтобы он катился по... по дорожке. Окей. А, смотрите, счет. Red, blue и green. То есть мне нужно зеленый вот сюда отправить. Как я знаю, какой. Вот, зеленый, давай. Да что за фигня? А вот, размеры есть. Они просто большие, мне нужно поменьше сделать. О, поехали. Ну что? И куда это они едут? А, допустим, они куда-то по дорожке мчатся, мчатся. Давайте, катитесь, катитесь, твою мать. Они поехали. Давайте еще добавим. На всякий пожарный. Что-нибудь куда-нибудь должно поехать. И что-нибудь куда-нибудь должно приехать. Фак. Теперь сюда. Ну, у меня почему-то все по нолям. По-моему, я делаю что-то не так. Может, нужно размер побольше сделать? Хотя бы вот так. О, 1 из 7! 2 из 7! У-у-у, друзья! Смотрите, успех! Вот, кстати, идеальный, видимо, размер. Так, 2 из 7 уже есть. Но это красный. Правда, я не совсем понимаю...
как это все мне засчитывается, ну плевать. Причем вот в нижней части экрана, видите, справа, там подсчет моих капелек. О, красная, есть, красная наполнилась. Теперь мне нужно... О, зеленая, смотрите, зеленая 1 из 7, то есть я зеленую тоже могу наполнить, в теории. О, я могу вообще улететь по камере. Но знаете, первые два уровня было реально симулятор писания, то есть там был унитаз, писсуар, какое-то полное погружение. А теперь мы... Вы только вдумайтесь, мы теперь с им шариками и мячиками играем, блин, в какие-то игры. Бредятина, а? Так, есть. Зеленую я наполнил. Теперь самое трудное, это синие. Она потому что немножко неровно стоит. Вот, идеально. Давайте вот так. Будем писать. Там уже 2 из 7, кстати. Еще немножко. И эта упоротая, блин, дичь будет завершена. Я очень хочу, чтобы эта игра уже кончилась. Я играю за человека-пипиську, который писает шариками, понимаете? Вы только вдумайтесь в эту дичь. Я не знаю, что курил разработчик, но это явно нездоровая фантазия. Так, давай. Есть, победил. Так, теперь что? Love? 0 из 10, видите наверху? Любовь. Ну, что значит любовь? Что там за рожа снизу? Видите, какая-то рожа? Меня напрягает, что он ко мне повернулся жопой. И у него в жопе большая черная дыра. Вот это меня напрягает. А, фу, я так и знал. Коричневые шары. Фу, символизируют гребаные... Дерьмо, наверное. Это теперь не просто симулятор писания, да? Это симулятор вообще какого-то испражнения. Так. Рейд. В разные нахер стороны. Все засру, все нафиг на свете засру. Так, нужно силу прибавить. Нет, поменьше силы. Нет, еще меньше. Давай, прям меня, давай, сделай это, сделай эту грязь. Черт, не хватает. Да фак. Может, слишком много? Давай поменьше сделаем. И силу чуть убавим. Давай, вот, я уже близок. Нет, все равно не то все. О боже, неужели? Какая-то грязь, просто грязь, а не игра. Теперь что мне нужно делать? Полная говорит луна. А, нужно насрать овощами. Да? 200 овощей в эту хрень. Боже, у меня фантазия уже перестала работать. Мне нужно здесь сделать что-то другое. Кровь. Видите, можно кровью какать. Ну блин, мне нужно их поменьше сделать, чтобы они улезали. Теперь нужно сделать силу поменьше, чтобы они туда тоже влезали все. Нет, теперь побольше. Чуть-чуть, вот так. Вот. Сейчас мы наберем 250 и выиграем. Ну, чисто в теории. Так. Давай. Набирай силы. Чем я занимаюсь в этой игре? Почему я не могу проходить, не знаю, там, пенумбру какую-нибудь? Какие-нибудь другие сюжетные игры? Да хотя бы банально Гренни. Нет, я играю в какой-то симулятор сранее. Шариками, лимончиками, фруктами. И дерьмом поливаю в экран. Это охренительная игра. Давай, еще немножко, давай. О, все. Я перевернул, а теперь мне нужно попасть сюда? Или куда? Короче, друзья, я не хочу больше думать, что там в этой игре будет дальше. У меня уже нервы
нервы все расшатаны. Поэтому на этом я данный симулятор завершаю. Надеюсь, вам понравилось и вы не потеряли сегодня аппетит. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был симулятор писания, это был Нептун, всем пока-пока.